Коммунальщики продолжают освобождать город от снега. На центральных улицах дороги вычищены до асфальта. Закончат ли свою работу коммунальщики, позволит ли им погода, узнаем у специалистов. В выходные дни будет морозно, но в основном будут морозные ночи. Днем за счет суточного хода температура будет вполне комфортно. В субботу днем минус 12, минус 17, ночью столбики термометров понизятся до 22-27, в горных районах возможно до 33. В воскресенье также преимущественно без осадков, днем 15-20, ночью 27-32.